Всем привет! Для того, чтобы сделать разные группы для переключателей, нужно добавить панель, а в нее уже занести наши переключатели. И теперь смотрите, мы можем сделать здесь имя группа 1, применим, добавим еще одну панель, и в ней мы добавим еще три переключателя, у которых мы сделаем имя групп 2. Посмотрим. Здесь у нас групп 2, здесь у нас группа 1. Для того, чтобы сделать разные группы, нам всего лишь навсего необходимо помещать элементы в разные дивы, в разные блоки. Пишите свои вопросы ниже. Мы на них тоже будем давать маленькие видео в качестве ответов. На этом урок закончен. Всем пока.